Добрый день, компания BioReAgri, Надежда. Я работаю в отделе экспорта, занимаюсь продажами стран СНГ, Западная Европа. Сегодня мы находимся на выставке Агрос. Хотелось бы представить вашему вниманию наш водный матрас Аквастах. На сегодняшний день в России он еще не представлен, но мы имеем большое желание представить его широкой публике Российской Федерации, потому что он заслуживает большого внимания. Вот, и позвольте, покажу вам. Значит, он отличается своим качеством тем, что обеспечивает самый высокий уровень комфорта коровам. Значит, там находится 13 литров воды, каждая подушка индивидуально, то есть у каждого места есть своя индивидуальная подушка, которая не зависит от других. Рулон поставляется одним сплошным рулоном, то есть под длину стойлоряда. Предположим, это 100 мест. И поставляется одним рулоном, что обеспечивает полную герметичность и гигиену коровам, обеспечивает очень легкую, простую очистку. Дело в том, что благодаря всем, благодаря дренажным канавкам, которые расположены под углом 3 градуса, значит, вся навозная жижа, она будет стекать в центральную аллею, где будет убираться уже скрепером или там любой навозоочистной системой. Особые очистки они не требуются, но, разумеется, когда нужно что-то почистить, это можно сделать очень легко и быстро, потому что у матрасов нету никаких стыков. Значит, хотелось бы поподробнее остановиться на качестве резины. То есть резина сделана из первичного каучука. Вся у нас резина армированная, то есть внутри находится вот такой текстильный корд, который самый плотный на рынке, который только существует, вот, и обеспечивает абсолютную прочность резине, то есть ни при каком желании ее разорвать будет нельзя. Вот здесь вы можете увидеть в разрезе, как это выглядит. Вот такое покрытие с дренажными канавками и эффектом персиковой кожи, которые, то есть центральные канавки посредине матраса позволяют удерживать опилки или сено, что по желанию фермера он решит насыпать, да, сверху. Но и этого даже необходимо делать, то есть можно максимально 300 грамм каких-то опилок сверху посыпать, но это нет в этом необходимости, потому что матрас сам по себе уже обеспечивает комфорт. Вот. Данного рода канавки помогают стекать жидкости в центральную аллею. Вот. И внутри это выглядит вот таким образом. Грубо говоря, здесь у нас вулканизированный каучук, проклеенный, иными словами. Вот. А здесь вот таким образом выглядит в разрезе матрас. То есть вот это сама есть водная подушка. То, что мы видим внутри, заливается сюда. Каждая подушка вмещает в себя 13 литров воды. Менять ее не нужно, она никуда не испаряется, не исчезает, не вытекает. То есть гарантия... С условиями температуры? Нет никаких проблем при минусовых температурах, потому что корова лежит до 16-17 часов в день на такого типа матрасе, потому что он максимально комфортен. Вот. Кроме того, если есть опасение, что он замерзнет, можно всегда залить туда небольшое количество антифриза. Вот. Такие матрасы пользуются большим успехом в Канаде, где, однако, до минус 40 доходят температуры зимой. Вот. Поэтому, если кто-то еще опасается, смело смотрите на опыт наших канадских фермеров. Вот я бы хотела показать, как это выглядит в разрезе. Это грудной упор. Вот. Поставляется он также на всю длину стойлоряда. Вот. Нигде нету стыков.
Вот сюда заливается вода, просто мне с этой стороны не расклеить. Вот таким образом это происходит. И когда он наполнен, вот как это выглядит. То есть у каждого матраса свой клапан, да, но что касается грудного упора, он идет один по всей длине стойла ряда. Водные матрасы помогают избежать любых точек давления, а как мы знаем, корове необходимо отфильтровать около 500 литров крови для производства 1 литра молока. То есть в этом плане на вымя нет никаких точек давления, она свободно фильтрует кровь. Чем комфортнее корове, тем больше она будет производить молока. Как известно, люди, предположим, при длительных, продолжительных болезнях и нахождении в кровати, да, им рекомендуется использовать водные матрасы. Именно по этой причине это помогает избежать им пролежни. Этот принцип мы как раз используем в наших водных матрасах, потому что это обеспечивает максимальный комфорт коровам. Кроме того, на водные матрасы идет гарантия 15 лет. Это очень большой срок. И тем самым мы хотим доказать, насколько мы уверены в надежности нашего продукта. Линейка ИФА тестов BioShield и экспресс-тестов Symmetric Green для выявления микотоксинов в сельскохозяйственном сырье и кормах. Производитель компании Prognosis Biotech, официальный дистрибьютор компании Centiva. Компания Centiva является официальным представителем ведущих мировых биотехнологических центров, которые разрабатывают совершенные высокотехнологичные продукты для диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, а также исследуют показатели безопасности в пищевой продукции и в кормах. Сегодня мы получили премию за дистрибьюцию на российском рынке продукции компании, греческой компании «Прогнозис», которая занимается разработкой тест-наборов для ИФА и ИХА-диагностики. Данными наборами мы определяем важнейшие на российском рынке микотоксины, которые очень опасны как для сельскохозяйственных животных, так и для человека. Огромным плюсом данной компании является широкая линейка тест-наборов, то есть они включают в себя огромное количество наборов с разным диапазоном количественного определения, и наборы славятся низким пределом обнаружения, что является очень огромным плюсом на сегодняшнем рынке. В условиях непростого импортозамещения мы продолжаем поставлять на рынок только проверенные и адаптированные решения. И таковыми продуктами на сегодняшний день являются продукты компании Biostone, американской компании, продукты греческой компании Prognosis, продукты корейской компании Bionor, продукты французской компании Biosilial и продукты испанской компании Exapol, которыми мы диагностируем различные бактериальные и вирусные заболевания сельскохозяйственных животных. Наши тест-наборы компании Biostone и Bionor, они относятся к ИФА-диагностике. Данными наборами мы помогаем ветеринарным специалистам проводить качественный лабораторный мониторинг на животноводческих комплексах. С помощью данного мониторинга специалисты лаборатории помогают ветеринарным специалистам найти как вирусные, так и бактериальные заболевания и выстроить качественную схему вакцинации в дальнейшем, что приводит к тому, что предприятие не теряет деньги на продуктивности. Данные наборы просты в использовании, они требуют определенной квалификации, да, высокой квалификации специалистов. Любой человек, да, который есть и лаборант на производстве, мы можем, да, приехать, обучить работе на данном оборудовании и с данными тест-наборами. Данные тест-наборы включают все необходимые реагенты, да, для постановки реакции.
и получается простым использованием. А в нашей компании есть служба технической поддержки, которая занимается ведением клиента от начала до конца. То есть мы выезжаем к клиенту, устанавливаем его оборудование, учим работать на этом оборудовании клиентов, да, людей, которых нам прикрепляет данная организация, и в дальнейшем учим работе на наших тест-наборах, начиная, получается, с установки, да, оборудования и заканчивая постановкой реакции на данных тест-наборах. А вся необходимая информация есть на нашем официальном сайте компании «Цитива». Но по всем интересующим вопросам можно также обращаться по нашей горячей линии. У нас есть номер телефона нашей горячей линии, и специалисты нашей компании 24/7 ответят вам на любые возникающие вопросы. Дело в том, что на последнем Аэробуке была статейка прекрасная. Использование препарата Зоостим при выращивании телят. Я освещать не буду. Могу сказать одно только, что это все работает и не только на телятах, и на поросятах, и на цыплятах. А вот про производство однолетних трав и про производство зерновых, которые выращиваются непосредственно для того, чтобы производить корма, мы немножечко и поговорим. Первоначально остановимся на производстве зерносмесей, которые мы выращиваем. Ну, у нас же кормопроизводство, которое мы выращиваем для того, чтобы кормить скотину и получать молоко и продукцию. Многолетние травы и однолетние травы мы рекомендуем обрабатывать первоначально, если еще не посеяли, то первоначально по схеме обрабатывать с применением препаратов серии Stimix. Это семя, это азотобактеры. Ну и само собой, если такая есть необходимость, то без всяких проблем мы работаем с теми фунгицидами, которые необходимы на тот момент в производстве. Протравка семенного материала увеличивает схожесть семян и удлиняет корневую систему. Повышает коэффициент кущения практически. Одно простое действие. И наращивание биомассы. Снижает поражение бактериальными бактериозами. Ну, то есть псевдомонас сиренгия, к примеру. Септориоз, мучистая роста, фузариоз и снежная плесень просто выходит. Все это мы применяем не только при злаковых смесях, но и еще при выращивании однолетних, многолетних трав и при выращивании обязательно зерновых, яровых, также и озимых. Схема примерно одинаковая. При выращивании яровых и озимых производим от 1 до 7 подкормочек с применением препаратов серии Stimix, которые являются это не только биоудобрением, но и еще являются препаратом, который создан для баковой смеси. То есть он редокс-потенциал с положительного меняет на отрицательный. И все микроэлементы, азот, фосфор, которые мы даем во время подкормки, даже гербицид в растения втягивается быстрее и работает. Даже можно снижать применение гербицида, ну, примерно процентов на 10-15, до 25%. Кто рисковый, это делает без всяких проблем. При подкормках применяем 1 литр стандарт зерна. На данный момент это стоит 298 рублей. КАС, карбамид, ну, в пределах
20 килограмм. А также он работает как источник азота. Агростимулин – это 10 миллиграмм на гектар. Гектарная норма стоит 175 рублей на данный момент у нас. Он работает на закладку колоса, на удлинение колоса и на количество зерен, которые здесь в колосе закладываются. И очень способствует защите от грибных и бактериальных грибных инфекций и стимуляции роста растений. Увеличение урожайности, повышение качества полученной продукции. При сборе семян увеличивает потенциал урожайности семян. И весь семенной материал становится выровненный. У нас есть примеры. Это Красноярский край, птицефабрика «Заря». У них получается количество семян от валового сбора 90%. Причем они занимаются сушкой. То есть выровненность семенного материала, масса тысячи большая. И само собой большие хорошие урожаи получается. При закладке сенажа на монокорм дает устойчивую однородную массу одной влажности, что крайне важно при трамбовке. Это знают все животноводы. Сено при подборе заметно меньше теряет листовую пластинку, которая заметно больше увеличена в размере. День мы представляем маты подсилка «Забота». Продано их более 500 тысяч уже примерно по России. Маты очень хорошего качества, экологические, чистые. Они двухслойные. Состав идет полимер, этиловинилацетат материал использоваться. Производство у нас находится в Ногинском районе, поселок городского типа Обухово. Там маты экологически чистые, потому что преимущество материала. Материал использоваться ЭВА. ЭВА – это полимерный материал. Ну, если точно сказать, что это этиловинилацетат, переводится так вот материал. За счет этого они не токсичные, это не резина. Поэтому эти коврики используют многие хозяйства, которые любят своих животных. Маты имеют свойство немножко от веса животного прижиматься, и поэтому животное не скользит за счет этого. Они очень теплые, потому что сам материал как полимерный. А с влажностью? Маты не питают ни влагу, ни какие другие жидкости не питают. Насколько легко их мыть? Моются очень легко. Вес одного коврика 11 килограмм. Поэтому любой работник может их спокойно поднять, помыть, убрать скребком. Все так же, как обычный мат. В выставке мы эти маты представляем. Я представитель компании «Балтагроснаб» Санкт-Петербурга. Мы эти коврики продаем с 2008 года. И очень себя зарекомендовали очень хорошим качеством. У нас на коврике гарантия идет 6 лет. Не каждый производитель может такую гарантию дать. Мы гарантируем по договору 6 лет, что они будут стоять и ничего с ними не случится. Срок службы 10 лет. Наша компания всегда на связи. Всегда можем проконсультировать, подобрать для клиента удобный вариант полимерных матов. Ежегодно принимаем участие в выставке, считаю, что эта выставка довольно свежая, такая прям, всегда мы встречаемся и с партнерами, и с клиентами, и с нашими коллегами здесь, обсуждаем новинки, обсуждаем инновации, предлагаем свои
комплексные решения. На сегодняшний день мы представляем большой спектр продуктов для птицеводства, свиноводства, КРС, откорма и так далее. Хочу выделить отдельно наших партнеров Витагра, Джефа, Патентка. Вот, спасибо им за то, что они делятся своим опытом, помогают нам в развитии новых технологий. Но преимущество именно нашей компании – то, что мы оказываем полный спектр сопровождения сельскохозяйственных предприятий. Вот, мы всегда подходим с душой и с сознанием дела и всегда воспринимаем бизнес наших партнеров как собственный бизнес и, соответственно, болеем за результат.